Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, страница 127, упражнение номер 273. Прочитайте выразительно, назовите цветы. Их видимо, невидимо, не сосчитаешь их. И кто их только выдумал, веселых, голубых? Должно быть, оторвали, от неба лоскуток. Чуть-чуть поколдовали и сделали цветок. Серова. Цветы, о которых идет речь в этом стихотворении, изображены вот на этой картинке, и это цветы-подснежники. О чем рассуждает автор, описывая цветок? Автор рассуждает о том, что цветы очень похожи на кусочки неба. Определите вид предложения по интонации, по цели высказывания. Первое предложение. Их видимо-невидимо, не сосчитаешь их. Предложение является повествовательным, восклицательным. И кто их только выдумал? Веселых, голубых? Предложение является вопросительным, невосклицательным. Должно быть, оторвали от неба лоскуток. Чуть-чуть поколдовали и сделали цветок. Повествовательно, невосклицательно. А теперь прочитайте первое предложение так, чтобы оно было невосклицательных. Их видимо, невидимо. Не сосчитаешь их. Спишите первые два предложения. Первое предложение. Их видимо, невидимо. Не сосчитаешь их. Их видимо, дефис невидимо, запятая. Не раздельно сосчитаешь их. Восклицательный знак. И кто их только выдумал, тире, веселых, запятая, голубых. Вопросительный знак. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.